Национальный банк республики вновь порадовал коллекционеров и интересующихся нумизматиков казахстанцев и гостей республики выпуском обращения новых памятных монет на космическую тематику. Монета «Космическая станция МИР» номинальной стоимостью 500 тенге биколорно выполнена качеством проф. Памятная биколорная монета изготовлена из серебра с применением тантала – металла, широко используемого в аэрокосмической промышленности. Биколорная или составная монета имеет традиционную форму круга, состоящего из концентрично расположенных кольца и диска. Внутренний диск монеты изготовлен из тантала, внешнее кольцо – из серебра. Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет рельефные. По окружности выступающий кант. Значит, памятные монеты изготовлены первое в биколорном исполнении. Кольцо из серебра 925-й пробы, тираж 5000 штук. Еще одной памятной денежной единицей стала монета из сплава Нейзильбер, номинальной стоимостью 50 тенге, тиражом 50 тысяч штук. Обе монеты из сплава Нейзильбер и биколорная имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Памятные монеты номиналом 500 и 50 тенге обязательно к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан. Еще одними памятными монетами серебра и нейзильбера стали монеты «Праздник Наурыз» из серии «Обряды национальные игры Казахстана». Монеты выпущены качеством проб из серебра 925-й пробы массой 31,1 грамма и номинальной стоимостью 500 тенге. Эта серия выпущена тиражом 4000 экземпляров. Из нейзильбера номинальная стоимость памятной монеты 50 тенге. Серебряная монета и монета из сплава нейзильбер имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Праздник Наурыз отмечается в восточных странах более 5000 лет, как праздник прихода весны, символа обновления природы, зарождения новой жизни, любви и красоты. Выпуск памятных монет призван содействовать расширению понимания обычаев и национальной культуры казахского народа.